Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вас познакомить с автокреслом от бренда Carmelo. Моделька называется 513. Данное автокресло рассчитано с 9 килограмм до 36, ориентировочно с 9 месяцев и до 12 лет. Мы, конечно, советуем использовать его хотя бы с полутора, с года. Данное автокресло идет чисто сидячее. Если вы хотите сделать небольшой наклон, вы просто его ставите и слегка наклоняете. Оно у вас уже будет держаться чисто за счет спинки вашего автомобиля. Вообще оно идет не выдвижное, не лежачее, чисто сидячее. Имейте это в виду. Теперь давайте по порядку. Внутри у вас есть вот такой мягкий вкладыш, чтобы малышу здесь было мягко и комфортно. Когда ребеночек подрастет, этот вкладыш можно будет уже убрать. Ремни идут пятиточечные, есть обязательно накладки на плечики, есть межпаховая накладочка, чтобы смягчить ребенку нахождение в данном автокресле. Ремни по высоте регулируются вот здесь. Вот вы можете сами их отрегулировать на том уровне, на котором вам необходимо. Мы советуем всем, чтобы ремешочки проходили прям вот строго по плечу, не выше, не ниже, это тоже очень-очень важно. Сами ремни регулируются с нажатием вот этой кнопки push, нажали и вытащили ремешочки, отрегулировали длину их, посадили ребеночка и уже, получается, затянули без всяких нажатий. Ремни должны слегка ребеночка, получается, сковывать, но не сковывать движение. Ремни обязательно идут железные, что также очень важно для пятиточки. Боковинки идут с небольшим наклоном, это идет боковая защита, плюс они идут мягкие, это тоже на это обращайте внимание. Данное автокресло крепится только штатным ремнем, никакого изофикса здесь нет. Укрепление идет достаточно простое, но мы в магазине вам обязательно это все покажем, расскажем. Также есть небольшие подлокотники, чтобы малышу было комфортно здесь находиться. И хочу отметить, весь текстиль съемный, можно в любой момент все снять. Вот, давайте вот так сниму, снять и состернуть. Переносить можно сзади за ручку, ничего сложного нету. Ремешочки безопасности рассчитаны примерно, хочу сразу сказать, до 15 килограмм, не больше. Потом детишки перестают помещаться сюда, поэтому мы советуем в дальнейшем ремешочки просто докупать, они у нас есть. Либо крепить ребенка штатным ремнем вместе уже с данным автокреслом. Это разрешено, это все указано здесь. Если не верите, приходите, мы вам обязательно это все покажем. В наличии имеется в двух наших магазинах, в большом, просто в большом количестве расцветок. Поэтому приходите, не забывайте приходить на наш сайт, оформлять там заказы, покупать их в кредит в рассрочку. Цена очень-очень хорошая. Ждем вас в вашем любимом магазине. Коляски всем!